День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают слесари, сантехники, дворники, электрики, парикмахеры. Это далеко не весь список рассказовцев, которые трудятся в сфере предоставления услуг. Сегодня в городской администрации чествовали работников этой сферы. Важность работы всех, кто работает в ЖКХ и бытовом обслуживании, отметила заместитель главы администрации города Рассказово Наталья Баранова. От вашей именно работы зависит жизнедеятельность всего нашего города. Как себя чувствуют жители в нашем городе, как они получают все услуги, как они получают электроэнергию, тепло, воду. Это все зависит от вас. И я хочу еще раз вас поздравить с этим праздником. Без их квалифицированного и порой самоотверженного труда нельзя представить комфортную и благополучную жизнь горожан. Лучших представителей ЖКХ и сферы обслуживания отметили грамотами и цветами.